Честь, меня зовут Алина Воробьева, и вместе с порталом «Виртуальная Беларусь-24» мы изучаем польский язык. На прошлом уроке мы узнали, что такое помаранча и что помаранча ест помаранчово. А сегодня мы узнаем, как называются другие фрукты и овощи, то есть цитрина. Цитрина по-польски – это лимон, это брокколи. Брокколи по-польски будет брокул, то есть помидор. Помидор – это помидор. К сожалению, все овощи в нашем холодильнике съели, поэтому остальные овощи я вам покажу в картинках. Огурек, баклажан, дыня. Огурек – это огурец. Баклажан – это баклажан. А дыня – это тыква. Банан, малина, черника. Банан – то банан. Малины – это малины. А черника по-польски – это albo borówka czarna, albo jagoda czarna. Kartofel, luk, czosnek. Kartofel to ziemniak. Luk, cebula. A czosnek to czosnek. Ananas, winegrat, jabłka. Ananas, winogrona, jabłko. Redis po polsku to żółtkiewka. Bułgarski pieriec, papryka. Mango to mango. Авокадо – то авокадо. А имбирь – это имбирь. Салата – это салат. Капуста – это капуста. А теперь попробуй переведи эти слова. Каки – морела, бжосквинья. Каки – так называют хурму. Морела – это абрикос. А бжосквинья – это персик. А сейчас лови несколько примеров, где ты можешь использовать эти слова. Dzisiaj я jadłam салатkę с огурками, papryką и помидором. Сегодня я кушала салат с огурцом, помидором и болгарским перцем. Я dzisiaj jadłam fajny deser с truskawkami. Сегодня я кушала очень вкусный десерт с клубникой. Zrobiłam sobie на обед канапкę с авокадо и яйки. Сегодня я сделала на обед себе бутерброд с авокадо и яйцом. Dzisiaj я również zjadłam kiszone огурки с млеком. Сегодня я также съела малосольные огурцы с молоком. И на этом наше видео заканчивается. Если тебе понравился наш урок, ставь лайк, подписывайся на канал и до зобачення на наступному занятию.